Малый Букрин. Ага, многоэтажка, говорит, есть. Без окон, без дверей, как в Чернобыле, как в Припяти, точнее. Да, люди на остановке, остановка есть. Не, ну это мы куда-то попали уже просто. Это цивилизация. Нереально. Встречка. О, наконец-то съехали с асфальта. Тут москвич только что пролетел на такой скорости, 40-й. Андрюха, лагерь ты где планируешь? Андрюха говорит, летим, летим, москвич догнать не можем. Да, москвич на такой скорости ушел. А вон он, вдалеке, да. Вижу его. Тогда, наверное, уже мотор от BMW стоит просто в москвиче. О, блин, валим, ты шо? Аж достало чем-то. Ёлки-палки, осторожно. Тормози, поворот. Страшно. Фух. Мигаем у фарами, на обгон будем идти. Концовка перестает быть томной. Чем ближе к лагерю, тем жестче. Помнишь тот заезд в лагерь? Жрать хотят, да, быстрее, быстрее, быстрее. Тот заезд в лагерь по этим, да. Этим... По полям. По полям. Я тебе говорю, значок даже BMW наклеен. Москвич, полянь, пытается догнать. Что они намекают, что там уже... Что он мотор уже с моей машины там. Так он, наверное, и думает, что сейчас мотор будут забирать, поэтому и варит. Красиво как. О, подрезаю. Направо он ушел. Ушел с мотором в сторону. Уходить. Вряд ли она. Не, это куда, по которой мы ехали сюда. А, когда сюда ехали? Нива, это, Нива. А, Нива, да, 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 да. Нива тут стоит как памятник. Целый день. Конечно, опять вернулись к речке опять. Да, красиво, тут ничего не скажешь. Природа практически первозданная. Что, трактор зажали, да? Смотри, какой трактор, елки. Резина какая, может. Да вообще, так это тот, это что трактор? Вон кардан, я узнал его. Елки-палки. С утра еще, думаю, мы его не сфотографировали. Такой он колоритный. Специально тебя есть. Ты его не скрабить, подивись. Обратите внимание, Руслан, снимай. Где? Лес краду. Лес краду, говорит. Что Руслан, снимай. Да, и в Карпаты не надо ехать, да? Тырят. Ну, лес тут хороший, лиственный, качественный, да? Срочно чиню горбун. Буду в такие рейды ездить на горбуне. Это будет придавать экзотике общей поездке, да? По-любому. По-любому. Шины куплю. Шипованные. Nokian там есть пара колес. Что-то было вроде больше, но я только пару теперь вижу. Смотрел в остатках. Ну, появится, может. Ну, хотя назад, в принципе, вперед-то и не надо, да? 155-80R13. Она будет на них валить. Ого-го. Так, у вас этот темп поддерживает, но что-то требует открывания капота периодического. Красиво. Камера передает частично все это, но не полностью, наверное. Так, места глухие, да? Никого не вижу за. Ходоров это, да? Нормальную тучу впереди. Если в нее заехать, то будет нормальный оффроуд, мне кажется. Да, будет нормальный лагерь. Ага.
целый день отъездили без дождя. Сейчас едем в дождь. Вот доехали до оффроуда. До лужи. Блин, как мы радуемся, просто лужи. Да, что-то. Какие-то вышечки. Угу. Глянь, тут и каплычка. Красивая. Это памятник. Кто? Ох, там поливает. Да, полдня подсохла и пыль конкретная. Люди на девяточках ездят. Даже ни о чем не думаю. Все правильно, направо. Слушай, он нас на туре в эту тучу ведет. Ты видишь, четко на тучу. В эпицентр бури. Там с тобой. А, ты имеешь в виду, что... Да, зимний. Зимний маршрут, только в обратном направлении, да, Олег да, имеет в виду. Да, может быть. Может зимний, быть, зимний, похоже. Да, вот тут Витя и лежал. Я говорю, режь влево, и он сюда резанул. Да. Похоже. Похоже. Слан, ты помнишь это место? О, видишь это место? Я его никогда не забуду. Да, оно есть. Это... Да, вот он и спуск. Я ему говорю, режь влево, он нет. Ну, пока уговорил, уже там было опасно. Смотри, он памятник, это кому? Воинам. Памятник. Ну, вот здесь, наверное, ты поехал, да. Шестерка. Бежевая. У деда такого цвета была точно один в один. Шестерочка. 1,6. 82 кобылки. Да, вот и прибыли, откуда стартовали. Сейчас. Почти. Ну то, что едет, то едет. Так. Интересно. Он же купил себе гонора с номерами. А. Интересные места. Мы тут еще не были. Да, количество машин уменьшается на глазах, да? Угу. Уже колонна не такая длинная, как была раньше, но все равно машин 10 есть. Ну там пикает. Да, ну тут нормально. Мы на заднем, да? Не, ну мы на полном, просто через дифференциал. А. Повышенный, полный приводчик. 70 сзади, 30 вперед. Это так оно делит, да? Ну, типа так, по кубишке. Да, смотри, тут было рубилово просто знатное. Даже вот с этой ямы выехать, наверное, было весело. Да, тут оно такое скользкое. Куда-то нас везет в огород кому-то, наверное. Или на берег реки. Тут цивилизация. Построили, что-то не достроили. Прикинь, тут летом такие просто в этом, в тоннелях ездишь. Сгорел. Сгоревший, да? Да, похоже, и рядом он тоже. А это не здесь пожар был, что все лошадь? А, и рядом он. Ну, я говорю, это не тот пожар, который, помнишь, было, что до сел достало, что был пожар. Не, не знаю. В прошлом году. Году, видишь, вы. Жестко. А вот и тучка. Елки-палки. Давай, поехали. Куда-то выехали. О, поехали к реке. А пока я домой в бане. Наконец. Давай. Ого. Дорога в бане? Нормальная баня. Сейчас 50. Хорошая баня. Домиками типа? Не, просто баня. И рядом, слышь, хатка такая. 500 лет в обед. Антон, слева, все. Все картошки слева, можно набрать.
Посмотри, какая глушь тут вообще. Вот как тут зимой, да? Продажа участка тут. Ага, и телефон есть. Да. Зимой тут. Вот этого домика я так и ляпнул на мотоцикле, чтобы оба аж мене спасать тут его. Как на санках на него спускаться. Да да, тут заезжать. На цепях, и то еще заедь. На хорошей машине. С рамой. С мостами. Да, вот это мы заехали. И живет там кто-то вроде как, судя по вещам вокруг. И тут. И тут ворота у них свои. Смотри, какой. Белоскеля местного значения. Чередуется полностью заброшенная, да, с каким-то цивилизацией. С какой-то цивилизацией, да, красиво. Глянь, как расчистили, почистили. Да, да. Класс. Сеточка, домик. Красиво все, да. Да, я тебе скажу, тут даже в хороший дождь пройдет, и уже тут весело. На эту горку глядя. Люк, а чья-то приватная власть справа? Там кто-то здесь домишко построил. Говорит, 5 минут до лагеря. Едем, едем. Мы час, так... час назад говорил. Ну да, встречка тут. Неожиданно. Рейд для Рено Трафик, это маршрут трафиковский. Ну, наконец-то куда-то поворачиваем. Или приехали. Или дорога. Что это за маршрут пишет? Забрать мусор с собой пишут, да? Красиво внизу. Да все уже подтянулось. Сука, вообще просто жопа. Ну, яры хорошая, конечно, тут. Глянь, мы в другую сторону поехали. Такой тоже маршрут, похожий на тот. И цветы такие же. Хотя это другое место. Походу, дождя не было, да? Они дольше ездят, ищут. Они грязь ищут. Грязь ищут, да, я думаю. Так, вот к реке едем, тут уже похоже. Опа, вот и место хорошее, слышишь? Болото и горка, да, сразу? Пошел оффроуд, наконец-то! Дождались, друзья, ёлки-палки, как долго это было. Как это долго было. Смотрите, проехал. Давай твой выход теперь, что хорошее место. Так, ну тот по лайту пошел. Привет. Да. Ёлки. А как же Range Rover тут так буксовал? Вот он, дождались. Целый день искали эту лужу. Филин глумится просто, берет и глумится. Так, Range Rover. Так, УАЗ. Ходом. Опа! А вот и Гранд Чероки. Выпускают блогера с камерой, смотрите, у них личный блогер в машине. Личный блогер, да? Смотри, Гранд Чероки, давай! Блин, как прошел! Технично, на опыте, видел? Да, после Карпат. Да, может, тут кружат, они кружат. Это типа экзаменационный лист, сдал ты на джипера сегодня или нет? Да нет, тут какой-то объезд накатали, все. Этот по жестяку пошел, это за биткоины куплено, он так не сдастся.
Да, помешал ему корейский автопром, но, наверное, выйдет. О, Нива. Желтая Нива. Очень красиво. Опа! А это какая серьезная машина с облегченными арочками. Так, все. Новые пошли маршруты. Жесткий. Ну давай котлету на спецучасток надо бросать. Так, Нива полный сток с флагом едет. Так. Олег повис. Нива. Да не, ну наконец-то мы. Мы не могли сюда сразу приехать, блин. В это прекрасное место. Ёлки-палки, как мы его долго ждали. Я думал, уже ничего не будет. Толкнули силами одного человека. Из бревна слетел. Да Нива тут просто исполняет все, что хочет. На пляж едем? Ой, красавец. Да, давай воду. А мне вот пройти. Да, тут по-взрослому. Так хотели все в болото, ёлки. Нельзя было сюда сразу приехать, такое место хорошее. Целый день издевались над нами. Все. Нива продолжает. Был близок к ДТП. Чуть-чуть ДТП не попал, елки-палки. Роль Рима! Мне надо было блок проверить, он работает. Ты шо, посмотри, как он едет. Боком пошел, как красиво. Вот это аппарат. Вот это машина. Вот это внедорожник. Ого. Ты это посмотри, парень, да? На АТ-шке заметь. Ну там АТ-шка гудиеровская, правда, хорошая. Ну, да. Так, пошел по харду. О, вот это хорошее место. Наконец-то. Да, чуть не проехал. Ну, шел хорошо, да? Ну, что там, кто там сможет проехать? Нива сможет проехать. Ходом? Хоть зад. Идет хорошо, не копает. Замыленный протектор не зацепится сам. А не зацепится. Сейчас он его размылит. Да. Котлеты такие. Что, наелся или что? Не наелся? Нет. Успел основу закрыть. Ниву спасли.
Все, включил заднюю.